So again, a special thank you to Madhava Prabhu for giving us the opportunity to go very deep into the mood of Sri Vrindavan Dham, which is ultimately devotion for Hari Guru and Vaishnava. Давайте еще раз поблагодарим Мадхава Прабху за то, что он своим пением помог нам погрузиться глубоко в настроение Вриндавана, которое заключается в настроении служения Шри Гуру Хари и Вайшнава. This kirtan is the perfect process, or the perfect way to experience Sri Vrindavan Dham. Этот киртан является совершенно методом погружения в Шри Вриндаван Дхаму. And that's why we're stressing it so much, and we're spending so much time having kirtan. Вот почему я все время подчеркиваю важность киртана, и мы столько времени посвящаем, проводя киртаны. And why that's why we feel so blessed to have Madhava's association, Madhavari Prabhu's association, and later on in the month we'll also be participating in the kirtans of Bibi Govinda Maharaj. Вот почему мы считаем особым благословением общение присутствующих здесь Мадхава Прабху, Падахари Прабху, и позже мы будем участвовать также в киртанах Бибиги Говинда Махарадж. I've told some of you the story that one time Srila Prabhupada was sitting here in Vrindavan with his disciples, and he was describing the beauty of this transcendental abode. Я рассказывал уже историю о том, как однажды Шрила Прабхупада здесь находился вместе со своими учениками и описывал им красоту этой трансцендентной обители. How the ground is all made of Chintamani stones. О том, что земля здесь сделана из камней Чинтамани. How there are desire trees, kalpavriksha trees, which can give you any item that you desire to serve your beloved Lord with. О том, что нас окружают деревья желаний, kalpavriksha, которые могут предоставить вам все необходимое для поклонения вашему почитаемому Господу. You can, from one tree, you can get apples, oranges, or bananas. Именно с этого дерева можно одновременно снимать и бананы, и апельсины. Or you can get a surabhika. Можно даже встретить корову сурабхи. Or you can get a crown for Krishna. Можете попросить у этого дерева еще и корону для Кришны. Get a pearl necklace for Radharani. Или жемчужное ожерелье для Радхарани. This is a desire tree. Whatever you desire to serve your Lord, the desire tree will provide. Это дерево желаний, и все, что вы пожелаете для служения Господу, это дерево предоставит вам. Prabhupada was describing the crystal blue, clear water of the Jamuna River. Prabhupada описывал, что река Ямуна в действительности несет кристально чистые голубые воды. And so on and so on. И так далее, и так далее. And then one disciple, he raised his hand, he said, Srila Prabhupada, you're describing Vrindavan in such a beautiful way. И тут поднял руку один из присутствующих его учеников и сказал, Шрила Прабхупада, вы описываете Вриндаван в таких великолепных красках. But when I look around, I see the dusty roads. А я, оглянувшись вокруг, вижу только пыльные дороги. The open sewers. Открытую канализацию. The pigs. Свиней. The rickshaw wallahs. Plastic bags, the newspapers. Знаменитых рикш и пластиковые мешки и газеты разбросаны. I don't see Vrindavan like you're describing it. Я не вижу Vrindavan таким, как ты его описываешь. Prabhupada looked at him and said, "That's because there's a speck in your eye." Prabhupada посмотрел на него и сказал, "Дело в том, что у тебя в глазу соринка." And if you remove that speck, you can see Vrindavan as it is. Стоит удалить эту соринку, и ты увидишь Вриндаван таким, как он есть. Он снял очки и стал тереть глаза. So Prabhupada said, no, not like that. He said, the speck in your eye is your desire for sense gratification. Прабхупада сказал, нет, не три глаза не поможет, а соринка в твоем глазу является твое желание материальных удовольствий. It's your material desires that are coming between you and Krishna, between you and Vrindavan Dham, between you and the goal of Krishna consciousness. Именно материальные желания стоят между тобой и Vrindavan Dham, между тобой и Кришной, и между тобой и достижением твоей цели сознания Кришны. So if we want to see Vrindavan as it is, we have to cleanse the heart of all those material desires. Поэтому если мы хотим увидеть Vrindavan, каким он есть на самом деле во всем его
великолепии и славе, нам нужно удалить эти материальные желания из сердца. Lord Chaitanya has described the cleansing process in his Шикшастакам prayers. И процесс очищения описан Господом Чайтаньей в его Шикшастаке. Чайто, дарпанам, марджанам. To cleanse the heart by chanting the Lord's sweet holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы очищаем сердца, в частности, воспевая прекрасные святые имена Господа. So the theme of this Kartik 2013 Purim in Vrindavan is, as Prabhupada indicated, that we're here to learn about Krishna. И темой нашей парикрамы по Вриндавану, как было отмечено ранее Прабхупадой, является осознание славы Кришны. We're here to serve Krishna. Мы здесь, чтобы служить Кришне. And we want to develop a little bhava, a little love for Krishna. И мы здесь, чтобы развить какое-то количество бхавы, какой-то любви к Кришне. So all those and more things are achieved just by sitting in kirtan and chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И все перечисленное, даже еще больше, вполне достижимо просто за счет того, что вы находитесь здесь, сидите и участвуете в киртане. So you can expect lots more kirtan in this group. Поэтому давайте будем ожидать еще гораздо большее количество киртанов во время этой парикрамы. We may not go everywhere and see everything in Vrindavan during this month. Может быть, за этот месяц мы не обойдем все уголки Вриндавана и не увидим все его достопримечательности. Most of our time will be spent like this, kirtan and katha with illustrious devotees like Mother Sitala. Большую часть времени будем проводить подобным образом, сидя на киртанах, участвуя в киртанах и участвуя в катхе в общении с возвышенными преданными, такими как Матаджи Ситал. И по нашему собственному опыту, это лучший способ проводить время в Вриндаване. We should also share this kirtan with others and let them experience the beauty of kirtan and the dharma. Мы должны также делиться счастьем этого киртана с другими, помочь им осознать красоту Вриндавана. Those less fortunate than us. Обращаясь к тем, кто менее удачлив, чем мы. Yesterday I went to the Bhaktivedanta Hospice to take our 25 sick devotees for treatment. Вчера я вместе с группой из 25 больных преданных направился в хоспис Бхактивиданты. Most of them got better in one day. Большинство из них стало лучше за один день. But while I was waiting for the doctor to treat the different devotees, I was walking through the halls and I kind of peeking in the rooms and looking in, and I walked into one room and it was fairly dark, the shades were closed, and there was one body lying in the bed. И пока мы сидели в ожидании доктора, я отошел в сторону и стал ходить по зданию, заглядывая в разные комнаты, и заглянул в одну из комнат, которая была затемнена, ставни были закрыты, и увидел, что в ней лежит тело. A little bit of movement, so I, out of compassion, I kind of walked over and said, Hare Krishna, Prabhu. Я в неком порыве сострадания к этому преданному потянулся к нему и сказал, Hare Krishna, Prabhu. There was just a little response. Like person raised their hand like that. И в ответ получил только небольшое приветствие, поднятой рукой. Looked very sick and elderly. Этот преданный выглядел очень больным и престарелым. I felt sorry and I walked out and I went to my friend the doctor. I said, hey, who's in the room? Мне стало жаль его, и я обратился к своему другу доктору и спросил, а кто это у вас лежит здесь в комнате? Oh, that's your godbrother Pundarik Aksham. He's dying of Parkinson's disease, and he has dementia. И ответ был такой, что это ваш духовный брат, Пундарик Акшам Прабху, и он болен болезнью Паркинсона, и сейчас он испытывает слабоумие. I said, but he's all alone. Но как же так, он один в комнате, сказал я. He said, sometimes devotees come to see him. Ответ был такой, что иногда преданные приходят навестить его. So I said, how often? He said, Mataji comes in and reads a little bit every day, and you know, last week somebody came. Я спросил, а как часто преданные навещают его? Он говорит, иногда приходит Матаджи, читает ему что-то, и вот на прошлой неделе заглядывали преданные. I said, how long does he have to live? A few weeks.
Сколько ему осталось жить, я спросил. Ответ был такой, несколько недель. So as I was sitting here this morning in this blissful kirtan, I was thinking how much Pundarikaksha would enjoy, you know, having kirtan in his room in these last days of his life. И сидя здесь сегодня утром во время этого прекрасного киртана, я думал, насколько был бы счастлив и радостен Пундарикакша Прабху, если бы он присутствовал на таком же киртане в последние дни своей жизни. So I thought it would be nice if every day some of us could go there and have kirtan by his bedside. Поэтому мне показалось хорошей идеей, если бы кто-то из вас ежедневно навещал его и проводил киртан в его постели. I know if I was leaving my body, my last wish would be I could be surrounded by devotees who are chanting Hare Krishna, because it must be very tumultuous, you know. So many anxieties and fears and doubts may come, but if there's the chanting of the holy names, it all goes away. Моим собственным желанием по поводу момента оставления этого тела было бы быть в окружении преданных, воспевающих громко Hare Krishna Kirtan, поскольку момент смерти сопровождается огромным количеством страхов, беспокойств и оборванных привязанностей, но громоподобным киртаном преданные рассеивали бы все эти страхи. And that would fulfill Prabhupada's second request, that we serve Krishna when we're here. Krishna says, one who says he's my devotee, not my devotee, one who's the devotee of my devotee, he's my devotee. So Krishna is more pleased with us when we take care of his devotees, and even if we need, you know, try to serve his immediate needs. He's very pleased when his devotees are taken care of. Тем самым, проводя подобные киртаны и общаясь с такими ослабленными преданными, мы бы выполнили второе наставление Шрилы Прабхупады, которое заключается в том, что он цитирует слова Кришны о том, что мне дороги не мои преданные, а те, кто служит моим преданным. То есть, находясь здесь, в этом месте, мы должны стараться совершать подобное служение окружающим нас менее удачным душам. So I decided to go over there every day and read some Bhagavatam and have some kirtan. So I'm going at 4 o'clock this afternoon. If you'd like to accompany me, you're more than welcome. You know, I mean, it's a sad situation, but it's also glorious because the devotee's going back to Godhead here in Vrindavan. So the kirtan doesn't have to be sad. The kirtan can be joyful. Someone came to my room when I was passing away. I'd like a blissful kirtan there. So we could do something like this and dance in ecstasy. And although he can't move or speak, I'm sure his heart will be dancing in ecstasy. Поэтому я лично для себя принял решение навещать его, петь в его постели и читать Бхагаватам. И если кто-то из вас имеет время и возможность сегодня присоединиться ко мне в 4 часа пополудни, то давайте вместе направимся туда. И совсем обязательно, чтобы киртан, хотя ситуация грустная, в то же время она прекрасна, поскольку высшие преданные покидают тело в святом месте, во Вриндаване. И поэтому киртан может быть радостным, счастливым и громоподобным. So, how many of you would like to go to the room? Кто из вас готов был бы пойти со мной? So, it's a little room, but we'll squeeze in. Комнатка небольшая, но мы втиснемся. You can meet me at the hospital. You know what? Well, you can meet me at the road outside my house there, and we'll walk over. And if we can't all fit in the room, we'll be in the hallways, because there's lots of people leaving their bodies. It's a hospital. And we'll turn that place into something very joyful. Давайте договоримся так, около 4 часов подойдите к моему дому, я выйду, вместе мы направимся к хоспису Бхактивиданты, и те из вас, кто не поместится в саму комнату уходящего преданного, вы останетесь в коридоре, поскольку это хоспис, место немножко грустное, но мы для блага всех оставляющих там тело преданных будем петь киртан. And if you can't go today, that's okay, come tomorrow, or the next day, we still have 3.5 weeks for Kartik Parikrama, and part of it can be to serve a wonderful devotee, a disciple of Prabhupada, who's here to leave his body. It's a nice thing to do here in Sri Vrindavan. They say if you're born here, you live here, you die here, you go back home, back to Godhead. И если вы не успеете сегодня навестить этого преданного, то можете сделать завтра, послезавтра или в течение тех трех с половиной недель, которые у нас остались на Вриндаван Парикраму. И давайте поможем этому преданному оставить тело в благоприятной обстановке. И говорится, тем более, что те, кто родились здесь, выросли здесь и покинули здесь тело, отправляются непосредственно в духовный мир. Okay, so 4 o'clock, if you're free, on the road outside my house, we'll do some kirtan for that nice Vaishnava. Так я жду вас сегодня в 4 часа на дороге, ведущей к моему дому, и мы отправимся вместе в хоспис и будем петь
Киртан для удовольствия этого возвышенного вайшнава, ученика Шри Прабхупады. You can bring some garlands, that would be nice. Вы можете запастись гирляндами, это было бы здорово, чтобы incense, предложить ему благовоние. Он уже не может говорить, он едва движется, но он присутствует в теле, он там. And bring your dancing shoes. И запаситесь своими бальными туфлями. You can dance like Chaturatma does here on the stage. Вам надо будет научиться танцевать, как Чатуратма Прабху присутствует. So discourse on the glories of Lokanath Goswami Maharaj, the first Goswami to come to Vrindavan. Через минуту-другую мы проведем беседу на тему, посвященную славе Локанат Госвами Махараджа, первого преданного, который пришел в Вриндаван, и ее возглавит эту беседу Матаджи Ситала. Then the cherry on the cake will be Badahari Prabhu's kirtan at the end. И вишенкой на нашем тортике будет киртан Падахари Прабху, который состоится в конце. We were informed by the Pujari when we came that today we have to be out of here by 10 because another group of Vaishnavas is coming here, so they didn't tell us, but that's India. Anyway, we have to be by 10 and then we'll go back to Gopal Bhatta Goswami's Samadhi and pray for more mercy and have more kirtan. И сегодня, когда мы заходили в этот храм, Пуджари сказал мне, что до 10 часов мы должны будем оставить это помещение в связи с тем, что другая группа преданных будет здесь проводить свои киртаны. И это Индия, мне не сказали прямо, что мы должны отсюда пулей вылететь, но я понял намек, и отсюда мы направимся обратно в Баджан-Кутир Гопала Бхатта Госвами, будем там молиться о большем количестве милости. Затем снова навестим Радарамана. И потом пойдем домой пообедаем. Tomorrow is Srila Narottam Das Thakur's disappearance, a favorite day for many ISKCON devotees. Завтра праздничный день для многих преданных ИСККОН, которые любят Narottam Das Thakura. Его день ухода завтра состоится. His deities, some of his deities are here, Braj Mohan, in a southern corner of the town. Его божество Радж Мохан находится здесь, в южной части города. ISKCON helped renovate that temple. ISKCON помогает в обновлении этого храма. So we're all going to assemble in that area. We want you to take a rickshaw or auto rickshaw to a place called Lala Babu Temple. Everyone in Vrindavan, it's a famous temple. Lala Babu, can you say it? Lala Babu Temple. That's where we're going to meet, and then from there we'll walk because it's kind of in a hard to find Braj Mohan Temple. Это немного скрытый от основных дорог в стороне находящийся уголок Вриндавана, и чтобы добраться туда, нужно нанимать рикшу или авторикшу. Говоря ему, что пунктом назначения является храм Лала Бабу. Лала Бабу. И оттуда, от этой площадки храма Лала Бабу, мы пойдем пешком к храму Радж Мохана. I'd like you all to be there about 6:45, so we can walk and be at the temple at 7. Постарайтесь добраться туда к 6:45, для того, чтобы к 7 часам мы уже попали в храм. The deity greetings at 7:00. Ровно в 7 начинается приветствие божеств. But we won't go to that. Но мы не будем принимать участие в нем. Because there's so many of us. Потому что нас слишком много. And Dinabandhu, Prabhu, my Parikrama Guru, is coming with his deck and his 60,000 followers. And we're going to give them preference to go in first. We're going to take the humble position and serve the other Vaishnavas because it would be crazy for 400 or 500 people. So we're going to step to the side. Let the other Vaishnavas go in. We're going to go to the park. And exactly 7:00, Madhava Prabhu is going to start his kirtan. So the whole atmosphere, the whole air will be surcharged with the holy name. And of course, the deity is not far away. He'll hear the kirtan. That will be our first savior to the deity of that day. Мы не будем принимать участие в 7-часовой церемонии приветствия божеств, потому что в это же время туда придет мой парикрама-гуру Динабанду Прабху вместе со своим посохом знаменитым и 60 тысячами последователей. Мы уступим им место, позволим им первыми войти в храм,
потому что вместе с той группой нас будет больше 500 преданных, и мы займем смиренное положение, уйдем в парк, и ровно в 7 часов там начнет свой киртан Мадхава-прабху, вся атмосфера вокруг будет заряжена звуками своего имени, и поскольку божества находятся недалеко, то они услышат наше воспевание. In Krishna consciousness, it's always best to be the servant of the servant of the servant of the servant. В сознании Кришны самым лучшим положением является положение слуги, 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 слуги. And imagine how happy those devotees will be after seeing this beautiful deity of Braj Mohan. They'll come out of the little temple, and in the park, which is only 10 meters away, there'll be this celestial kirtan going on. You'll all be swaying back and forth to Madhava's melodies, and these Vaishnavas will come in a perfect setting for Dinabandhu Prabhu to sit down and speak as he speaks so nicely about the glories of Narottam and Sri Vrindavan. И мы будем воспевать у входа в храм, в парке, который находится в 10 метрах всего от этого храма Врадж-Махана. И представьте себе, как из храма выходят преданные, восторженные церемонии приветствия божеств в этом приподнятом настроении. И тут они видят нас, воспевающих, и заряжающих атмосферу звуками святого имени. Мы создадим совершенную обстановку для того, чтобы происходило духовное общение. И на фоне этой благоприятной обстановки Динабанда Прабху сядет и начнет свой рассказ, как он делает в своей знаменитой манере о славе Вриндавандхамы. Because the nature of our program is that, you know, we don't spend that much time in the temple, and we're not going out with Dinabandhu, who's also taking people out. I'd like you to hear from him. He's a very wonderful Vaishnava, special, very special, Brajbasi. Исходя из природы нашей парикрамы, общение с Динабанду Прабху, который здесь Брадж-Баси и очень подробно и возвышенно рассказывает о славе Вриндавана, является очень благоприятным это общение, поэтому мы будем слушать из его уст о славе Вриндавана. So because you're hearing regularly from me, regularly from Chaitaratma, regularly from other Sitala, I'm going to ask Dinabandhu tomorrow to give the whole talk about Narottam Das Thakur by himself. Just let him sit there and go from beginning to the end in the way he does it without any break for 90 minutes. Полтора часа будет длиться лекция Динабанду Прабху, и это будет для вас неким новым поворотом, поскольку до сегодняшнего дня в основном говорили Читратма Прабхумата Жиситала, и Динабанду Прабху будет говорить без остановки, как он это обычно делает. Dinabandhu Prabhu ki, Narottam Das Thakur ki, Shishi Braj Mohan ki. After his discourse, there'll be another kirtan by Badahari Prabhu. Then we'll go into the temple and take darshan of the personal deity of Narottam Das Thakur, this beautiful deity of Braj Mohan, 500 years old deity. И после класса Динабанду Прабху состоится еще один киртан Бадахари Прабху, и только потом мы зайдем в храм и получим даршан Врач Мухана, который является божеством 500-летней давности и личными божествами Шрил Нартам Дас Такура. So I know these announcements take time, there's lots of statistics, and it's kind of boring. Я знаю, что вот эта часть объявлений не очень популярна, потому что много цифр и вам скучно. But everything has to be organized nicely, you have to be informed so that these parikramas go very smoothly. Но дело в том, что это организационный момент, который позволяет нам проговорить подробно все детали происходящего для того, чтобы вся наша дальнейшая парикрама происходила гладко. So as I don't have to repeat myself again and again, please remember all these important points that I'm making. They're ultimately for you, to serve you, to make your parikrama a very nice, fulfilling parikrama. Для того, чтобы мне не приходилось повторять одну и ту же информацию вновь и вновь, я прошу вас уделить достаточно внимания делаемым объявлениям, для того, чтобы вы знали все предстоящие детали, все места встреч и так далее, для того, чтобы наша парикрама происходила гладко, без препятствий. I forgot to mention, it's going to be a big feast. Я забыл сказать, я маленькую. Don't overeat. Undereat. Don't overeat in India. Drink lots of water. 2 liters a day. All of you should be drinking 2 liters of water every day here in India. Force yourself. That's how you remain hydrated and how you keep from being sick. Завтра состоится большой пир у нас. И, пожалуйста, несмотря на соблазн, старайтесь не переесть. Лучше не доесть, чем переесть. И необходимо пить не менее 2 литров воды ежедневно.
Пожалуйста, сделайте это правильно, если во время пребывания в Вриндаване, я понимаю, что может быть противно, невозможно, но это тот момент, который поможет нам сохранить здоровье здесь в Индии. 4 o'clock this afternoon, near my house in the road, Pudrikaksham, a kirtan for him. Итак, в 4 часа встречи около моего дома, сегодня мы направимся в хоспис для того, чтобы навестить Мудрида Какшам Прабу и спеть для него киртан. Quarter to seven, not a minute later, quarter to seven at the... Lala Babu, just tell the rickshaw wala. Actually, at quarter after six tomorrow morning, I'll be at where all the rickshaws are, outside the Krishnavala Mandir, and with Rasik, we'll try to organize as many as we can. We'll all go down together if possible. Quarter after six, you can be outside the temple. We'll take 3,000 scooters and we'll go in town. Так, без четверти семь, ровно немного позже, я жду вас около храма Лала Бабу, для того, чтобы направиться в храм Враджмахана. И для того, чтобы вам было легче, мы можем собраться на месте локации авторикш около храма Кришна Баларам в 6:15 завтра утром. Мы наймем 3000 мударикш и вместе направимся дружной группой в храм. И потом, послезавтра, мы направимся с вами в джунгли. We're going to go to where Lakshmi Devi did severe penances and austerities to try to become a gopi and live here in Vrindavan. Didn't work, but she tried hard. Мы направимся в то место, где Лакшми Деви совершала суровые аскезы и покаяния для того, чтобы пытаться стать гопи и жить здесь, во Вриндаване. У нее ничего не получилось, но она старалась изо всех сил. It's okay, because we also need the blessings of the goddess of fortune. И ничего в этом страшного нет, потому что нам, кроме всего прочего, нужны благословения богини удачи. Lord Narayan would have been very lonely without Lakshmi, but it's a nice pastime. Many instructions are. А Господь Нарайана какое-то время испытывал одиночество сильно, потому что он остался без Лакшми. Отдельная история, мы завтра расскажем. In Belvan, where Lakshmi did her penance, there's Krishna's stick that he used to herd his cows with. И там, в Белване, в месте, где Лакшми совершал свои аскезы, находится посох Кришны, с помощью которого он пас своих коров. He was twirling like this, showing off to his friends how he could twirl the stick, and it fell down, he couldn't find it. Он стал крутить этот посох в руках, жонглируя им перед своими друзьями, стараясь показать, какой он ловкий, вдруг он его уронил и больше не смог найти. And it's still there. Там, где он все еще находится. And all the sadhus, they go, many sadhus, they're trying to dig up, they go in the bush, they're trying to find that stick. If you find it, you can keep it. И многие садху ходят там по этим зарослям и ищут веками уже этот посох. И вы тоже можете поискать, если найдете, можете себе оставить. So let's give a big round of applause. Mother Sitala is going to discourse on what they're talking about.